Хей, гайз, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Ori and the Blind Forest. Вышла вторая часть Ori, не помню, как она там называется, там что-то с совой связано. Поэтому я решил пройти сначала первую, а потом уже, так сказать, перейти непосредственно ко второй части. Поэтому, ребятки, давайте посмотрим. Это платформер, по идее, с атака элементов. Прикольная мышка, типа так как размытие. Поэтому давайте начать игру. Пустая ячейка, полетели. Та ночь навсегда останется в нашей памяти. Ночь, величайший из бурь. Ночь. А что произошло? Что произошло? Ну ладно. Разрыв экрана — это плохо. Ну, скорее всего, на видео не будет видно разрыва. Подождите. Как-то картинкам не очень мне нравится. Ласточки на гнездо. Это и есть, да, типа размытие в движении? Кажется, все равно размытие в движении. Мы играем за непонятное создание. И вместе с Нару ушел мой свет. Это Нару получается. Словно брошенное дитя. А, я могу двигаться. Размыть имеется в виду вот эта херня, которая за мной, да, летает? Странно, ладно. Ну, пускай пока что будет включено. Так, а какая-то пометка на дереве? Мне кажется, мало FPS. Когда он уходит, как будто там FPS вообще нету. Допустим.
Мы видели какой-то там свет яркий. Судьбоносную ночь. Когда сами небеса пылали. Но Ори не слышал мой зов. Неужели надежды не осталось? А можно быстрее двигаться, пожалуйста? А, типа другая природа пришла. Ну, в плане сезон. Текло беспощадное время. А, даже воды нету. Жизнь остановилась тленом. Остановилась тленом. Когда лес не мог видеть. Но надежда показалась вновь. Типа это он вспоминает? Какой-то паук. Мысль наша умер. Может, он просто в спячке? Блять, иди нахуй, только начало. А, все пока что нормально, да? И снова сирота. Ну, типа... Ладно. Без единой причины остаться. Даже он что, умер? Рели? Really?
В поисках моего света. Слабый, хрупкий. Когда лишь тишина была ответом на мольбы. И казалось, надежда угасла совсем. Когда мой малыш совсем ослаб. И спустил последний вздох. А чем это связано? Мой свет оживил Ори, и зажглась зарей новый свет. Игра сохранена. Нижняя трясина. Удержите что? Чтобы прыгнуть выше. Если назад. А, я понял. Но игра как-то тихая, да? Или мне кажется? Игра очень тихая. Игра тихая, а я громкий. Хотя ладно. Посмотрим. Нижняя трясина. Ага. Вы нашли маленький сосуд с духовным светом. Духовный свет добавляет ваш этот. Найдите другой сосуд с духовным светом, чтобы быстро набрать очки умений. Так, упаду, я туда уже не приду. Ау. Я вас понял. И у меня слетело то, что я уже изучил, да? Ну да, довольно хардкорная будет игруля. Я понял. А, я туда не запрыгну пока что. Вот это, ладно, на это нельзя касаться. Это мертвые воды? Я понял. До свидания. Мне только 3 хп? Вы нашли осколок жизни. Соберите их, чтобы восстанавливать жизненную силу. Вы нашли ячейку энергии. Максимальный запас энергии возрос. Помните, что при помощи энергии можно создавать духовную связь и сохранить игру. Удержите Е, чтобы создать духовную связь и сохранить игру. Да, ладно, у нас типа... А, походу вот это количество сейчас оно наберется, типа мне снова дастся.
Я типа, чтобы я не по КД сохранялся, а через какой-то промежуток времени. Да? Нет, ребята, мы сохраняться не можем каждый раз, когда хотим. Вы нашли духовный свет. Заполните, вы получили очко умений. Вы нашли осколок энергии. Осколок энергии восстанавливает силу ячеек энергии, Яри. Но я думаю, пока что лучше не сохраняться. Так, вы получили очко умений. Создайте духовную связь и нажмите Е, порядок с ней, чтобы получить доступ к древу. В самой части леса Ори нашел утерянное. Нажмите, чтобы взять крошечный свет. А, не, нормально, типа громкость. Я не понимаю, почему меня так громко слышно. Моя сила возвращается. Я Сейн. Свет и глаз древа духа. Когда она ослабила объятия, я потерялся в лощине. Возьми меня с собой, и я буду указывать тебе путь. Замри, ты слышишь? Они, должно быть, следовали за тобой. Так, несколько раз нажмите, чтобы применить духовное пламя. Давайте сохранюсь. Ага, это у нас очко опыта. Древо умений у нас довольно, ну, не очень такое обширное, но все же. Так, требуется очко умения. Зажечь вновь. Позволяет повторять использованную духовную связь и возвращает время перезарядки. В смысле? То есть, не одноразовый, да, у нас херня это? Духовное притяжение позволяет Ари автоматически собирать большинство ресурсов. Быстрое пламя позволяет трижды выстрелить пламени до того, как потеряется перезарядка. Что имеется в виду под перезарядкой? Ну, здесь пока что я вижу только сохранение. А, давайте прочтем, что вообще тут дается. Зажечь вновь. Так, поглотите еще 36, чтобы получить очко умения. Восстановление. Создание источника духовной связи восстанавливает один ячейку жизни. Угу, необходимо зажечь вновь. Требуется очко умения. Эффективность усиленной пламени. Вполне так. В половину снижает расход энергии на использование усиленного пламени. Усовершенствованная духовная связь. Создание источника духовной связи. Восстанавливает две ячейки жизни. Подводное дыхание позволяет Ори дышать под водой. Эффективность духовной связи. В половину снижает расход энергии на создание источника духовной связи. Тройной прыжок. Позволяет совершать в воздухе тройные прыжки. Усовершенствованная защита. Уменьшает получаемый от врагов урон. Вот это очень хороший вид. Пока что. Духовное притяжение позволяет авто... Так, хорошо. Метки карты. Позволяет видеть на карте большинство собираемых предметов. Тоже хорошо. Эффективность жизни. Ресурсы жизни восполняют в два раза больше ячеек жизни. Усовершенствованное духовное притяжение. Большинство предметов будет поглощаться автоматически. Эффективность энергии. Ресурсы. Энергия дает на 50 больше энергии. Метки умений. Позволяет видеть ячейки умений на карте. Эффективность духа. Увеличит количество поглощенного духовного света. Вот это тоже хорошо. Метки жизни. Позволяет видеть ячейки жизни на карте. Ну и такое. Метки энергии. Позволяет видеть ячейки энергии на карте. Шестое чувство. Позволяет Аре видеть сквозь стены, чтобы находить то, что скрыто. То есть, а я именно сам могу это найти? Ладно. Быстрое пламя. Я не понимаю смысл, что имеется под перезарядкой. Разжечь пламя. Увеличит мощность духовного пламени.
поток усиленного пламени. Увеличивает радиус действия усиленного пламени и повышает наносимый им урон. Раздельное пламя. Позволяет поражать духовным пламенем две цели одновременно. Ультра-удар. Увеличивает урон и позволяет пробивать сквозь врагов. Погасить пламя. Увеличивает мощность духовного пламени. Усовершенствованный топор. Увеличивает радиус действия и урон топора. Устремленное пламя. Ускоряет использование духовного пламени. Заряд усиленного пламени. Совершенствует радиус действия усиленного пламени и наносит им урон. Усовершенствованное раздельное пламя. Позволяет поражать духовное пламенем 4 целей одновременно. Я не понимаю, вот это вот, блин. Позволяет повторно использовать духовную связь. И сокращает время перезарядки. Но это до момента сохранения имеется в виду. Блин, я не знаю, здесь вот эта ветка очень хорошая. В плане того, что здесь тройной прыжок будет. И подводное дыхание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте я, короче, пока это вкачаю. Пока это вкачаем, там наносимый урон меньше, автоподбор мне тоже нужен. Да, автоподбор я, наверное, тоже вкачаю, если будет. Их свет вернется ко мне. Так однажды сказал Древо Духов. Мы найдем его в роще за пещерами. Впереди есть тропа. Нижние трясины. Верхние трясины. Так, условное обозначение. Духовная связь, древо предков, каменная карта, фрагмент каменной карты, врата духов, каменный ключ, врата энергии, разрушительная стена, разрушимый пол, колодец духов, ячейка жизни, ячейка энергии, ячейка умений, сосуд с духовным светом. LF. 18% мы изучили. Ну, слушайте, пока что карта выглядит довольно большая. Типа у нас раз, два, три, четыре. Только четыре места. Ну, тихо, ладно, ладно, знает. Поехали. Но автоподбор это тоже довольно неплохо, я вам скажу. Ага, теперь я этих героин тоже могу уничтожать. Я тебя понял. Она пуляет ядом. Окей. Так, вы получили еще одну очку. Так, колодец духов было построено в незапамятные времена и соединено между собой корнями древа духов. Если устанешь, подпитайся силой от их света. Игра сохранена. Ага, это типа автоматическое сохранение, хорошо. Окей, запомнил, сюда нужно будет потом прийти. А, стоять. А я могу? Да, видите, чтобы только мне прокачаться, мне нужно использовать ячейку. А здесь я могу сразу. А позволяет трижды выстрелить пламенем до того, как потребуется перезарядка.
А, ну то есть я так два раза такой, да? Нет, тройной прыжок лучше, мне кажется. Я с тройным прыжком мог бы сразу туда запрыгнуть. Да, видите, раз, два, и все. Ладно, тогда сюда еще вернемся. То, скорее всего, очко умений. И за камни мы тоже вернемся. Вот я идиот. Ладно. Нажал на Е. ГГ. ГГ, я идиот. Вы нашли каменный ключ. Каменный ключ отпирает врата духов. Помните, что в каждом вратам духам потребуется свое количество камней и ключей. Окей, мы, значит, будем с ребят с вами пытаться все найти, как обычно. Опять я shift зажал, вот идиот. Ох. Блин, надеюсь, если я сохраняюсь, у меня восстанавливается очко. А, враги тоже, то есть я могу по факту фармиться на врагах. Все, да, оно восстановилось. Отлично. Когда я, короче, далеко от карты убегаю, враги восстанавливаются. Ну, в какой-то степени это вещь юзабельна, так как я могу за счет их прокачиваться. Ау. Это если наверх пойду, а если вниз? Врата духов перекрывает нам путь. Их выстрелили для защиты еще до этих распада. Каменные ключи должны быть неподалеку. На пути к древу духов. Мы должны миновать пещеру духов, чтобы ли... что лежат за этими вратами. То есть пока что я там вообще плавать не могу. Или это просто вода отравленная? Ну ладно. Думаю, со временем мы разберемся, что да как. Готово, да? Активировал. Ого, сколько он сразу так сделал. Пещера духа, верхняя... Пещера духов, подожди. Ау. А, они еще, кажется, после своей смерти что-то оставляют. Я вас понял. Так, я еще нахожусь в нижней трясине, да? Ори, это каменная карта, один из древних указателей, предназначенный оставлять карту лист на биль. Не хватает одного кусочка, найди фрагмент каменной карты, сможешь его починить.
Но. Да можно попасть. Да, лучше... Нет, лучше прыжок качать. Сейчас у меня даже двойного прыжка нету, а так... Круто. Круто. Я упал куда-то. Ау. Ладно, сохранимся, прокачаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Ладно, я сначала это вкачаю, потом вкачаю вот это. Карту я навряд ли буду вкачивать, потому что, в принципе, я могу сам найти. Нет, автоподбор — это прикольная вещь. Автоматически собирает большинство ресурсов. Мысли. Какое сильное пламя? Необходимо. И восстановление. Ну, усиленное пламя. И почему? Навык освоен. Ну. А, смотрите, а здесь уже нужно будет 2, здесь вообще 3 очка. Быстрое пламя, духовное притяжение. Почему я не могу? Ну вот, усиленное пламя у меня есть. А, ну, зажечь вновь, ладно. Не шарю. Не шарю. Да, я теперь по 3 атаки делаю. Раз, два, три, да, 3 атаки. Да, сейчас бы потратить очко на ту нижнюю часть трясины. Ладно, давайте, я думаю, тогда мы на этом с вами закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.